здании районной администрации прошло очередное планерное совещание под председательством исполняющего обязанности руководителя муниципалитета Дмитрия Малова. Главный вопрос, вынесенный на обсуждение, санитарное состояние федеральной трассы, вернее ее участка, который проходит через Северский район. Содержание прилегающих к дороге территории в надлежащем порядке лежит на организации ДЭП-93, филиал ООО «Дорснаб». Однако у властей муниципалитета есть ряд вопросов по качеству выполнения этих работ. Порой федеральная автодорога выглядит совсем неприглядно. Директор организации Александр Захарян уверен, что растущее в геометрической прогрессии количество мусора у нас происходит из-за определенных факторов, и убирать его своевременно они просто не успевают. Мусора больше-меньше – это только вопрос остановки грузового транспорта. В связи с тем, что в Адыгее больше барьерного ограждения краевого и меньше возможностей остановок для грузового транспорта, там, может быть, частично будет меньше. И плюс еще у нас, конечно, Ильская пробка, которая постоянно сопровождается тем, что люди помимо грузового транспорта с легковых автомобилей выкидывают, ну, потому что кому-то некуда деваться. Кто-то просто, ну, воспитание людей у нас такое, то, что поел, выбросил и все. Дмитрий Малов, однако, заметил, что, несмотря на трудности, санитарное состояние федеральной автодороги должно отвечать нормам, а частота уборки соответствовать заявленному графику – один раз в 4 дня. Обсудили также содержание региональных дорог, эффективность работы обособленного подразделения мусороуборочной компании и подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.